Итак, всем привет. Наступила весна. У нас на дворе. Вот и начинается сезон модернизации мотоблока АК. Вот. Что вообще мы сегодня запланировали? И вообще на будущее. Это сделать для вот этого мотоблока самодельную тележку. Вот. Тележка будет открываться и подниматься. То есть, ну, как нормально. Вот у нас для этого так из подручных материалов что было. Так, ну вот профиль мы купили. Профиль. Так, замерим это. Так, 2 на 4. То есть 2 на 4. Вот. Первая модель была сделана. Подобие, то есть она была заварена. Вот. Но это была ошибочная модель. Поэтому я разварил. И буду делать немножко по-другому. Схему сейчас покажу. Итак, вот я накинул модель этой телеги. В размеры здесь, как бы сказать, не то, что какие-то стандартные. Вот, а я уже подберу их уже исходя того факт, чтобы было это удобно. Так, вот такая вот модель будет. Вот для начала мы приготовим вот эту конструкцию. Вот эту вот. Потом саму основу. Это как раз будет кузов. Вот эта часть. Вот эта часть. Вот. И как-то, в принципе, вот так вот. Я снимаю один, поэтому мне неудобно, как это все будет делать. Я буду объяснять, показывать. Если кому-то это интересно, конечно, пожалуйста, подписывайтесь на канал, следите, как все это будет происходить. Ну все. Погнали. Так, и так, первая деталь нашего прицепа для мотоблока АК практически готова. Вот, я повторюсь. Вот, у нас как бы конструкция какая была. Вот, мы должны сделать сейчас вот эту деталь. Вот, это самая основная подрамник. Вот сюда будет крепиться крепление к мотоблоку. Вот. А вот эта установка уже пойдет, сама телега пойдет на вот этот подрамник. Вот, и принцип работы будет вот такой, то есть с подъемным механизмом. Вот, ну давайте рассмотрим, что здесь, какие тонкости я коснулся и повстречал. Вот, первое, это нам, наверное, интересно, какой размер подрамника будет. Вот, вот этот угольник я взял из обычного угольника. Вот, вот эта концовка, на нее у нас уже станет само крепление, крепление телеги. Так, ее размер вот такой, 4,5. Вот это так. Далее размер между вот этой частью и вот этой у нас получилось, так, ну, 60,5. Вот так. Далее вот эта часть,
Вот эта часть у нас получилась 115. Так, далее. Длина вот этой самой части. Вот отсюда, от конца, от этого подрамника. И до этого получилось 1,80 м. В принципе, ну, я считаю, будет нормально. Вот, далее, чтобы вот эти, конечно, узлы все будут обвариваться. Вот. Ну, вот эту часть я, наверное, думаю, либо я ее срежу. Вот это у меня было от старого. Дело в том, что он будет упираться в конструкцию телега. Может, и не буду срезать, в принципе, по большому счету. Я уже посмотрю. Далее от этого. Так, вот эта часть, вот отсюда и до сюда. Давайте рассмотрим. Так, у нас получилось 124. Так, далее я планирую сейчас это все хозяйство обварить. Все полностью. Вот, потом. А, да, кстати, когда вы будете, допустим, себе тоже телегу делать, вот неудобно, когда обвариваешь, то есть, саму вот эту часть. Вот. Я как сделал, я взял размер отсюда. Вот. Потом далее отрезал ее, загнул. Я для жесткости, чтобы оно не ходило, чтобы у нас вот это расстояние, сейчас я рулетку возьму. Вот это расстояние. Вот это оно соблюдилось и здесь. И здесь можно, в принципе, сразу вот такие три пластины вырезать. И этими тремя пластинами уже здесь ее укрепить. Либо вот здесь вот сразу. Вот, либо здесь. Вот. Ну, вот сейчас вот думаю, вся основная тяга вот этой телеги ляжет вот на вот эту ось и на вот эту часть. Вот я, в принципе, наверное, думаю ее сразу укрепить. То есть здесь наварю еще дополнительные, либо уголок возьму, либо вот такой же профиль. Ну, в принципе, пока все. Пока все. Продолжаем работать дальше. Итак, вот что у нас получилось. Блин, освещение, конечно, плохое. Но я думаю, Вадим, так подержи, пожалуйста. Вот сейчас замерим размеры. Сразу вот такая кормушка, избушка. Так, здесь вот сцепление завалено. Так, сосе. Так, размер. Получилось у нас 104. Так, длина. Все, отпусти тогда.